Сегодня конкуренция в цифровом пространстве настолько высока, что если ты хочешь, чтобы тебя заметили и задержались на твоем контенте, нужно оригинально и внимательно относиться к своему медиа-образу. Что такое бренд-айдентика? Как создать образ, остающийся в памяти людей? Почему так важно точное позиционирование в сетевой среде? Узнаем это на реальных кейсах компании ВК. Ну и сегодня у нас в гостях Митя Осадчук, креативный директор ВК, и Виолетта Селенина, бренд-директор ВК. Здравствуйте, Митя. Доброе утро, ребят. Добрый день. Привет, как настрой? Отлично, как у вас? Воскресенье утром. Спасибо всем, кто сейчас в эфире, кто посмотрит нас потом. Вы уже позавтракали? Мы немножко, а вы? Я нет, волновался немного, но у ребят как бы... Слава удаленке, да, все могут подключиться к эфиру откуда угодно и проводить свое время за завтраком. Попробуем провести его еще и с пользой и интересом, да? Да, конечно, да. Уверена, что все пройдет очень хорошо. Но прежде чем начать, я хочу сказать, что каждый из вас может задать вопрос нашим спикерам. Достаточно просто написать хэштег, фамилию спикера, пробел и ваш вопрос. Самые интересные прозвучат в нашем эфире. Ну и прямо сейчас мы открываем голосование, и вопрос звучит так. Вы часто обращаете внимание на бренд при покупке товара? Три варианта ответа. Хэштег «да», хэштег «нет», хэштег «периодически». В конце нашего эфира посмотрим результаты. Ну а теперь передаем слово Мите. Договор. Спасибо, ребят. Спасибо. Уходим. Я, пожалуй, отойду немножко от замечательной тумбы. Кстати, очень классная заставка была. Да, очень классная заставка была, кстати, в начале. Те, кто делал, ребят, большой привет. Молодцы, мне сильно понравилось. И для того, чтобы сразу сходу начать, можем ли мы презентацию начать смотреть? Есть, презентация на месте. Все, класс. Нас сегодня двое. Я не один буду с утра вам рассказывать, надеюсь, что-то полезное. Виолетта подключится буквально через несколько слайдов, уже на связи. И не будем терять время. О чем мы поговорим? Про айдентику цифровых продуктов. Почему я делаю упор на ударение на слове цифровых продуктов? Потому что то, чем мы с вами пользуемся ежедневно благодаря интернету, благодаря технологиям, благодаря тому, что у нас в кармане у каждого есть какое-то устройство, которым можно открыть приложение, можно заказать такси, еду, что угодно, эта категория продуктов и сервисов сильно отличается от того, что мы привыкли видеть в офлайне. Это не кафешка, это не магазин в офлайне, когда ты приходишь из полки, выбираешь руками. Это то, что, скажем так, в интернете. Я хотел бы сделать упор на том, что все, о чем мы сегодня будем говорить, имеет сильный контекст цифровых продуктов, когда это сервисы, которые могут покрывать ваши потребности в онлайне и также в офлайне, но не посещая те самые места, для которых нужно реализовать свою потребность. Да? Вот несколько из последних примеров — это обновление компаний. Наш кейс недавний, да, когда компания Mail.ru Group превратилась в ВК. Наверняка вы слышали, что головная компания Facebook превратилась в Мету, при этом социальная сеть Facebook остается. Кинопоиск буквально на днях обновился. Озон, Яндекс не так давно. Сбер год назад показал новый бренд своей экосистемы. И это все про изменения. Изменения в компании, изменения в продукте. Когда происходят эти изменения? Когда на них есть запрос? А ребрендинг как таковой — это достаточно крепкое изменение направления развития компании, ее стратегии новые, ее ориентация на новую аудиторию. А есть редизайн. Редизайн — это просто такой фейслифт, если можно так сказать, не по-русски, да? Что это просто немножечко причесали. А вот когда компания начинает, хочет ориентироваться либо на другую аудиторию, либо затрагивает новые рынки, на которые хочет развиваться, то она, простите, немножечко волнительно, даже несмотря на то, что как бы нет большой у нас аудитории живьем, мы с вами практически тет-а-тет общаемся. Чуточку-чуточку воскресенье с утреца волнительно рассказывать вам, что... Сейчас справлюсь с этим и погоним дальше. Итого,
Цифровые продукты — это не то же самое, что ждет нас в офлайне. В офлайне есть сильно другой контекст создания и развития айдентики. Об этом мы поговорим немного позже, есть на этот тему слайды. То, о чем расскажем мы с Виолеттой, это как раз про цифровые продукты, которые, как мы видим, все крупнейшие компании через какое-то количество времени, ну, у каждого по-своему выходит такой круг рефлексии над своей стратегией. У кого-то ребрендинг там, раз в 3 года, в 4, в 5, у кого-то дольше, да. Например, вот даже Яндекс, последний логотип Яндекса там больше 10 лет был в том виде, в котором находился, и ребята, если и не изменили стратегию компании, то они обновили крепко визуал. Это очень интересный кейс. И мы в разрезе этого будем смотреть следующий. Так, будем ли мы смотреть? Будем. И коротко, начнем с кейса, вот прям нашего недавнего, как компания Mail.ru Group превратилась в ВК. При этом я уверен, что многие из тех, кто сейчас или потом посмотрит эфир, не совсем даже и знают, что есть Mail.ru. Это сервисы для пользователя. Почта, облако, медиапроекты, десятки сервисов. А есть Mail.ru Group. Это компания, которая стоит такой надстройкой над всеми направлениями и бизнес-юнитами в целом, внутри которых есть игровое направление, есть Delivery Club, Ситимобил совместно со Сбером, есть десятки других проектов, но она, как раз Mail.ru Group объединяла все сервисы под ней, в том числе и Mail.ru. И теперь та самая головная компания, самая крупная, там более 10 тысяч человек сотрудников, превратилась в ВК. Как это произошло? А главное, зачем? Зачем нам это было? Вот я как говорил немного ранее, что у каждого IT-сервиса есть свои триггеры для изменений. Какой триггер был у нас? Об этом генеральный директор компании Борис Добродеев рассказал в презентации. Ее можно найти в ВКонтакте, в социальной сети, и посмотреть там получасовой эфир прямо с тем, как он рассказывал, как жила компания, как создавалась и куда она вообще в принципе идет. Буквально пару слайдов из ней для того, чтобы понять контекст изменений, для чего это нам. Смотрите, был... Ой-ой-ой, чуть-чуть назад. Сейчас я кликну. Чуть-чуть назад тут. У меня так появляются красивенькие логотипы. А началось все вот с этого. В 98-м году. Тот самый Mail.ru. Первая почта в Рунете, в принципе. В тот момент все выглядело примерно так. Я думаю, нас смотрит достаточно молодое поколение, я надеюсь, рассчитываю на это, да? И вы еще, видимо, уже не застали таких забавных, смешных интерфейсов, то, как выглядел Windows, там вот этот пуск смешной, все очень классно. И к 2021 году компания подошла с очень уверенными позициями, внутри которой были десятки крупнейших продуктов, десятки сервисов просто. И это вообще далеко не все. Вот это, наверное, просто из тех, которые вы, скорее всего, знаете. Но внутри у меня не только я не позавтракал, еще и, похоже, Кликер не позавтракал. Но внутри посмотрите, какое количество проектов было все это время, о котором я гарантирую, вот прям точно, точнее, не гарантирую, я уверен, вы не знали, что внутри них они есть. И это как раз здесь наглядно видно, то, что они друг с другом связаны по смыслу достаточно слабо. При этом они закрывают различные потребности. Найти информацию, отправить почту, общаться с друзьями, находить друзей, отправлять им подарки, ездить на такси, заказывать еду, все. Но это был просто набор сервисов, который сам по себе жил. А короткий ответ, зачем это нужно было? Компания развивает экосистему на базе социальной сети ВКонтакте. А экосистема — это не просто набор сервисов, которые лежат рядом. Это то, что дает взаимную провязку и пользу людям, которые пользуются этими сервисами, чтобы был незаметный, бесшовный переход из одного сервиса в другой, чтобы закрыть все свои потребности одной экосистемой, а не десятком различных наборов сервисов. И это был тот самый вызов, на который мы согласились, в который поверила вся компания, и мы решили, что нам туда. Что для этого нужно сделать? Есть уровни того, через какие... Подождите, уровни того, через какие... Кто парню дал слово вообще?
есть то, через что происходит та самая провязка между различными сервисами. Это пользовательский опыт, это единый интерфейс, там, где нужны интеграции на привлечение и удержание пользователей. Это как раз единые точки входа в платформах, то есть когда ты можешь один раз залогиниться и пользоваться всеми сервисами сразу. Это технологии и процессы, которые кроются внутри. Допустим, пример, единая видеоплатформа. Это то, что может поставлять технологию видео в любой из сервисов экосистемы. Одна технология на десятки проектов. Все данные, которые есть у пользователей, и то самое восприятие, то, как эта экосистема выглядит. И, конечно же, то, как эта экосистема выглядит, вот те самые десятки проектов. Ребят, я прошу прощения, иногда у меня будет вот такой вот. Приводит к забавным моментам. Вот про что я говорил. Это шуточный твит про то, что человек выбирает сервисы независимых компаний. И какая бы шутка это ни была, на самом деле, это правда. Вряд ли вы вот сейчас знали, что в 2021 году Самокат, Бум, Юла, Skillbox, T-Mobile, Delivery Club — это все в рамках нашей большой экосистемы, все эти проекты в рамках нашей большой экосистемы. И не все из нас с вами знают, что уже ею пользуются по дефолту. Поэтому что? Ответили на вопрос, зачем нам это нужно было. По-моему, достаточно понятно, что при этом провернуть такие изменения, особенно в довольно короткий срок, невозможно взять там пару дизайнеров, закрыть их с менеджерами, и они все решат. Так не существует такого процесса, когда пару людей все решает. Помимо того, что есть этап стратегии, когда компания понимает, куда ей нужно двигаться. Мы это уже прошли, да, проговорили про это. Второй этап концепции, то есть создания, а какие мы теперь, как мы говорим с аудиторией. И третий — это этап внедрения, самый большой, долгий, когда нужно все, что вы придумали, брать и уже раскатывать на свои сервисы. И мы это делали, очевидно, не одни. Это международные крупные команды Шафран, Tigers Moscow, TypeType и ребята из Wimply. Это те, кто нам помогал как подключаемая экспертиза. Допустим, вот возьмем Wimply, да, у нас нет прям видеопродакшена в том объеме, который нужен для того, чтобы внедрить ребрендинг. Мы берем, подключаем экспертизу видеопродакшена. Ребята на время с нами делают совместно, параллельно ровно ту же задачу. За что большое спасибо каждой из этих команд. И что в итоге получилось? Вот короткое интро, аутро уже, типа, зачем это было, что за компания, в какую сторону она идет, и что получилось с точки зрения визуала. У нас, кстати, сегодня, я думаю, я прокликал несколько предыдущих эфиров, у нас, наверное, самая картиночная презентация. Сегодня будет много красивых картинок. Погнали? И здесь же есть звук. Вау! Это то, как выглядит сейчас компания ВК. И попробуем с вами поговорить по-дизайнерски, так сказать. Со стороны создания идентики и бренда как некого набора графики, буквально несколько кейсов, чтобы вы прочувствовали то, как живут дизайнеры и менеджеры внутри, над какими задачами, с какими проблемами им приходится сталкиваться при создании идентики цифрового продукта. Мы посмотрели ролик. Это некий вот look and feel, что выглядит так, ярко, свежо, геометричный гротеск, все прям чистенько, красиво, заметно, здорово. Эти паттерны потрясающие, да? Но внутри этого что происходит? Вы видите глиф.
этот глиф ВК — это не только логотип компании ВК, но и обновленная часть логотипа социальной сети ВКонтакте. Для того, чтобы он получился, вот сейчас вы смотрите на него с экрана таким глазом, типа, угу, как будто бы там, вот раньше был такой пухленький орел, там, да, такой, как сказать, ну, пухленький, никак иначе не сказать, такой жирненький. А теперь стал супер такой фит, квадратненький, и как будто бы какие-то линии такие интересные. А что, если линии подвигать? Вот мне бы хотелось, чтобы там ножичка, вот эта нижняя рука, была немножко ближе или дальше. Да? Это ваше субъективное ощущение от того, что вы впервые увидели. Типа, вот, картинка, подходит она мне, нравится, или я знаю, как ее улучшить. К разговору о том, как ее улучшить. Для того, то, что выходит уже в бой, то, что раскатывается на продуктах, это очень длинный путь, часть которого я сейчас вам покажу. Для того, чтобы получился вот этот глиф, который вы в итоге увидели, мы рисовали десятки и сотни вариаций совершенно различных. И думали, в какие стороны идти более, как бы, что делать с тем самым пухленьким орлом. Оставлять, утоньшать его, делать более геометрическим или разделять вообще буквы. Вот есть глиф, да, вот это V, K. Это прям, по сути, такая лигатура. Их можно разделить и оставить две буквы. Нужно ли нам это? Как вы видите, мы в эту сторону не пошли. Но куда мы пошли? В геометрический глиф. И вот здесь все вот эти четыре варианта — это вполне себе рабочие боевые варианты в нашем процессе. Когда мы смотрим, мы такие, блин, вот мне видно что-то не то. Что-то с правой вот этой нижней ногой чуть-чуть. Кстати, ребят, вот там сейчас классная, кстати, техническая команда сидит за мониторами. Я им, во-первых, передаю привет, а во-вторых, есть ощущение, что вот здесь на экранах немножко по вертикали процентов на 10 все вытянуто. И это с точки зрения показывать дизайн на таких экранах, это достаточно больно. Сейчас мы с вами смотрим, в эфире у вас все хорошо. В эфире у вас не вытянуто по вертикали, на мониторах вытянуто. Смотрим, да, варианты жирности, насколько он может быть тоненький или опять вернуть его к пухлому тому самому орлу, но теперь более геометричному, да. Микроизменения. Как дизайнеры заморачиваются с тем, чтобы внутри логотипа все было правильно скомпенсировано. И дело не вот сейчас не в глифе ВК, а в том, что любой логотип IT-компании, который вы увидите, если вам кажется, что там какой-то изъян, как-то неправильно буква О растянута или какая-то стрелочка упирается в палочку, типа, что это странно, знайте, что за этим решением стоят сотни вариантов и десятки людей, связанных с дизайном, которые перепроверяли это. Как мы это делали? Смотрите, это все вариации, которые накладываются одна на другую, и мы считываем некое правильное или немножко искаженное сочетание глифа. И это все разные варианты. Сейчас там будет забавный. Кстати, вот тут, смотрите, столкнулись с тем, что мы капельку ножку поджали. Хотелось ее разжать, и начали искать варианты, как разжимать эту ножку, да, по длине, вот выносной элемент. И это все еще есть новые варианты. И для примера, смотрите, два варианта, вполне себе боевых. Чем они отличаются? Вот чем они отличаются. Вот эти вот изменения — это то, что очень важно, особенно в цифровых продуктах. Почему? У нас с вами есть экраны, у них есть пиксели, из которых они состоят. И на каждом этом пикселе вот эта кривая, она проходит некое сглаживание. И вы замечаете, что оно идет плавно и ровно. Либо вы видите там какой-то резкий переход и компенсацию в белое пространство, когда это становится немножко некрасиво. И вот эти вот микроизменения для экранных логотипов, которые на мониторах, на смартфонах, они невероятно важны. Вот смотрите, вот еще одна вариация. Как логотипы отличаются друг от друга? Да вот как. Тем, что вообще микро какой-то момент. Представьте это, допустим, на вывеске, да, на большой вывеске какого-нибудь торгового центра, да не надо торгового центра, бизнес-центра. Да? Никто со стороны не увидит эту разницу. Но дизайнеры цифровых продуктов, которые делают айдентику, это видят. Итого, смотрите, слева направо — это короткий путь. Как можно менять? Уменьшать клеш — это расходящееся такое типографическое правило, там небольшое, в том, что буква должна компенсироваться визуально под конец.
поднятие базовой линии, толщина веточки, прибавить толщину логотипу, и все становится, та-дам, финалочка. И это еще не финалочка, потому что что? Есть супер маленькие логотипы. Например, в шапке социальной сети ВКонтакте логотип размером, ну вот, малюсенький, и в нем этот знак должен хорошо попиксельно рендериться, как раз то, о чем я говорил. И для этого нужна версия для самых маленьких логотипов. Это история... сейчас верну немножко... Это вся, это количество вариаций всего лишь на один вариант, ой, всего лишь на один из параметров всей идентики. Это логотип. Логотип, глиф, мы посмотрели, как это развивается. И так у всех, поверьте, вот недавний Кинопоиск, я уверен, у них там были сотни вообще вариантов. Цвет. Финальные цвета. ВК стала яркой, заметной, такой, ну прям, уф, по сравнению с тем, что был Mail.ru Group. Там был красный, черный, белый, буквально там три акцентных цвета. Сейчас у нас есть там целая палитра для этого использования. Но это не с первого раза удалось. Смотрите, снизу, слева, сверху. Это разные вариации. Разные вариации цветового кода в бренде. Оттенки синего, там 50 оттенков синего, да? И насколько мы хотим, насколько это соответствует нашей стратегии, быть такими теплыми или пастельными, или иметь прям коралловые цвета у себя. Это тоже все подвергается таким дискуссиям дизайнерским к вопросу о создании. И вот разница. Смотрите, цвет самого глифа тоже поменялся. Было, стало. На мониторах ваших, я надеюсь, это заметно, но видите разницу? Это важно. Это важно. Следующее. Паттерны. Паттерны, которые вы видели в видеоролике. Как они собираются? Есть целая система, которая как раз... нажмите, пожалуйста, кнопочку play у меня на ноутбуке сейчас. Вот сверху. Кто сидит за ноутбуком, очень прошу. Кнопочку play. Спасибо большое. Они собираются. Смотрите, мы разбиваем глиф ВК на части. И из них включаем некий такой эффект Доплера, или, можно сказать, призматрон, когда эти части масштабируются, либо повторяются. И получается что? Получается подход создания графики с паттернами. Еще момент. Мы можем вставлять в сам глиф в крупные по масштабу композиции. И он является такой, ну, типа, по маске, расходящейся между ними. Собирается анимашка. И получается система создания графики той самой айдентики, внутри айдентики есть разные параметры, по которым мы прошли. Логотип, вот сейчас паттерны, цвет. Про это более правильно с точки зрения построения брендов сейчас расскажет Виолетта. Я говорю, ой-ой-ой, как сколько всего прокликалось сразу. Он живет своей жизнью. Не трогайте, пожалуйста, мой ноутбук, если кто-то сейчас это делает, потому что я аккуратненько нажимаю на кнопочку. Типографика, иллюстрации. Смотрите, какие иллюстрации теперь в ВК. Потрясающе, да? Мне очень нравится. И то, как за счет этой графики, которую мы сделали, могут выглядеть носители. Те самые билборды, какие-нибудь блокноты, сувенирка, вывески. Это уже применение того, что мы сделали. И сейчас сотрудники компании ВК, если есть возможность приходить в офис, видят, они получают вот такой оффер, получают такие значки, там лежат такие жвачки, конфетки, пропуска, пожалуйста. У меня, кстати, в рюкзаке оставил пропуск. Наклеечки на ноутбук. Это то, что с помощью той самой айдентики можно делать. Носители, в смысле, можно делать? Можно делать носители. Господи, воскресное утро. Спасибо, что вы все еще с нами. Я что-то, похоже, совсем не поел. Итого, случился ребрендинг ВК. У многих компаний схожий объем работы, как только они задумываются об изменениях. Но при этом у нас это еще не все изменения. Помните, я говорил, что есть Mail.ru Group, есть проекты, которые входят в Mail.ru Group, а теперь Mail.ru Group стала ВК. У ВК есть сабренды, отдельные проекты, те самые, которые раньше вы не знали, что они принадлежат одной компании и не получали пользу от того, как они провязаны между собой. А Виолетта расскажет нам про сабренды, как правильно строить, из чего состоит те самые параметры айдентики и что получилось у нас. Виолетта, доброе утро. Да, привет, Мить. Спасибо большое, что передал слово. Ты на самом деле очень много всего рассказал.
И действительно, я сейчас уже расскажу, что делать с продуктами и как они должны выглядеть, если мы хотим, чтобы это все выглядело едино. Вообще говоря, эту задачу перед собой ставят крупные компании, ну, на самом деле даже не крупные, любые компании, у которых появляется хотя бы один дополнительный продукт, который решает какую-то другую задачу. А для этого нужно уже разрабатывать какую-то новую идентику, и встает вопрос в том, как она должна выглядеть. И такие истории называются зонтичными, то есть есть основной бренд, он еще называется материнский, и у него появляются бренды, то есть продукты, которые носят этот материнский бренд, но являются уже другими, решают какие-то другие задачи. И задача, которая стоит перед идентикой для таких продуктов, это, во-первых, чтобы они визуально считывались как единая система. Кроме того, они должны наследовать вот эту идентику материнского бренда, потому что суббренды являются частью семьи брендов, и поэтому очень важно, чтобы они наследовали идентику основного бренда, то есть они не могут существовать в вакууме с какой-то другой идентикой. И кроме того, у них должна быть часть какая-то свободы, чтобы они могли идентикой решать свои собственные задачи. То есть это могут быть разные целевые аудитории, разные потребности, которые решают эти продукты, и поэтому они не должны выглядеть одинаково. Хоть и в задаче стоит, что они должны выглядеть похоже, и кроме того, похоже на материнский бренд, все еще у них должна быть какая-то уникальность, чтобы мы различали, что это действительно разные продукты. Вот. И для того, чтобы решить эту задачу, на самом деле еще рано подходить к дизайну, нужно сначала разложить все по полочкам и вообще понять, как это строится. И для этого мы оперируем такими понятиями, как визуальные константы и переменные. И, собственно, здесь вот overview того, что рассказывал Митя про наш материнский бренд. И так как мы работаем с этим материалом, да, это наши вводные, нам очень важно понять, с чем вообще мы можем работать, что мы можем менять, а что нет. И для этого мы как раз-таки вводим эти константы и перемены. Изначально вообще, даже до того, как мы разрабатывали этот ферстиль для компании, для материнского бренда, у нас уже был бренд ВКонтакте, у него были свои константы визуальные, и люди узнавали его в большей степени по логотипу, по текстовой части логотипа, да, которая состоит из шрифта, и, конечно, синему цвету. Это вот самые сильные визуальные константы, и даже ничего больше не надо для того, чтобы понять, что это ВКонтакте. Да? Вот это первое, наверное, что люди вспомнят, когда ты называешь этот бренд. Тем не менее, мы разработали идентику для компании, да, потому что это уже не только соцсеть, это набор, большое количество сервисов, которые входят в эту компанию, и поэтому нам нужны были дополнительные инструменты визуальной идентификации. И здесь нам нужно было обязательно наследовать то, что было уже у соцсети, вот эти основные визуальные идентификаторы, то, почему мы определяем, что это точно этот бренд, да, это логотип, монограмма, синий цвет и шрифт. Это то, что мы сохранили, и это будет прослеживаться у нас и в компании, и вообще далее в суббрендах. Я про это чуть попозже подробнее расскажу. Вот. И то, что уже Митя рассказывал, мы добавили дополнительно к этим константам еще палитру именно в материнском бренде. То есть мы расширили наш визуальный инструментарий. Кроме того, у нас появился графический прием. Вот эти вот паттерны, про которые рассказывал Митя, на самом деле это не только паттерны, конечно, это прием, который использует монограмму, и, как уже показывал Митя, там она скейлится, она разрезается, она используется крупно или в более тонком варианте. Но все вместе — это вот общий графический прием, который состоит из монограммы и различных видоизменений ее. Кроме того, Митя рассказал про иллюстрации, которые есть у компании, и про фотостиль. Вот, и если расставить по тому, где здесь константы и где переменные, и что мы можем заимствовать для того, чтобы разрабатывать идентику уже суббрендов, получается следующая картина. То есть здесь синим и буквой «К» я отметила константы. Честно говоря, это вообще похоже на решение системы уравнений, потому что, ну, на самом деле так и есть.
перед тем, как приступать к дизайну, мы решаем вот такую систему. Это очень важно, потому что до того, как мы нарисуем вот эту общую картину, к дизайну приступать нельзя. Важно стратегически понять, что мы будем с ним делать. Вот. И возвращаясь к тому, что у нас получилось, у нас есть константы, которые мы в любом случае используем. Это наши самые важные визуальные идентификаторы. Переменными я обозначила то, что не обязательно использовать в суббрендах и да, вот в продуктах, которые уже не сам материнский бренд, а те, которые относятся к компании. Потому что палитра, мы не можем использовать все время одну палитру, иначе они будут совсем одинаковые. Иллюстрации не являются такой сильной визуальной привязкой. Вообще говоря, иллюстрации часто подвержены изменениям трендов в айдентике. Да? То есть в этом году, например, модны такие иллюстрации, потом через год, возможно, мы попробуем какие-то другие. И кроме того, это еще и зависит от того, какой у вас продукт. То есть если вполне нормально будет выбрать для одного продукта какие-то иллюстрации, там 3D, например, а для другого флотовые. И, кроме того, разные рекламные кампании, например, или какие-то мероприятия, тоже можно позволить себе использовать разную графику в иллюстрациях. И фотостиль я пометила тоже переменной, потому что, мне кажется, фотостиль в этом плане вообще самая слабая константа, то есть она не дает ту самую связку к брендам. Опять же, это зависит от того, про что вы рассказываете своей визуальной коммуникацией, да, то есть это может быть, не знаю, какой-то рекламная кампания на молодых ребят, и там будут какие-то модные, стильные фотографии, неоновые, или там, не знаю, с засвеченной вспышкой. А может быть, это будет что-то для взрослой аудитории, и там такое будет использовать нельзя. Поэтому иллюстрации и фотографии я отнесла к переменам, и нам не обязательно их фиксировать для наших суббрендов. И под вопросом у нас остается сама система логотипов, потому что мы не можем везде просто ставить монограмму и приписывать слово, название самого продукта. Например, монограмма и ВК-работа. Да? Потому что у конкретного суббренда ВК-работа есть свои продукты, есть свои мини-апы, и им обязательно нужна своя иконка и свой идентификатор в виде формы, который будет их основным графическим знаком именно этого продукта. А относительно системы паттернов, про которую рассказал Митя, тоже материнский бренд так устроен, что меняя цвета или меняя фотографии, или меняя вот любые из этих составляющих, которые сейчас представлены на экране, паттерны очень яркая часть айдентики, и по сути она самая сильная. Если мы возьмем ее как есть, да, оставим ее константой, у нас продукты не будут отличаться от материнского бренда. Поэтому нужно было думать, что делать с этой системой. То есть, очевидно, нужно было взять ее за основу, но как-то модифицировать, чтобы продукты получались уникальными. Вот. Собственно, нарисовав всю эту систему и поняв, что мы сохраняем, что мы изменяем, а что нам нужно доработать, мы уже приступили к разработке визуального стиля. Но, опять же, я здесь скажу, что очень часто кажется, особенно если у вас там всего лишь пару продуктов или там, вы хотите запустить какое-то новое направление, я сейчас не говорю об АВК, а вообще в целом, как такие задачи решаются. Велик соблазн просто перекраситься другим цветом, да, то есть у нас, не знаю, сам продукт красный, а направление для бизнеса покрасим черным. То же самое все сделаем, только черным покрасим, а для разработчиков зеленым, и этого будет достаточно. Вот, но на самом деле недостаточно, потому что они начинают выглядеть вот так, и кроме того, когда продуктов становится больше, различающихся друг от друга цветов вообще всего 7, да, и когда у нас больше 7 продуктов, там начинает розовый, коралловый, если айдентика вся та же самая, мы хотим отличаться только цветом, ну, у нас получается, наверное, вообще вот так. И другая крайность — это когда мы вообще ничего не сохраняем, думаем, у нас появляется новый продукт, он будет называться тоже, там, например, ВК содержать, да, ВК-работа. Есть ВК, есть ВК-работа. И давайте просто нарисуем ему другую идентику, ну, по названию поймут, что это одно и то же. На самом деле не поймут, и тут у нас получается вообще вот так, да, чувак, ты кто? Потому что они совсем разные,
И айдентика никак не подсказывает, что они принадлежат одной семье, да, одному крупному бренду. Поэтому очень важно, приступая к этой задаче, и работать именно с константными переменами и на берегу с самим собой договориться, с чем, что мы будем менять, а что нет. Вот. И здесь я уже перехожу к тому, как мы решали эту задачу, вспоминая о том, что мы решили изменять. Это была система логотипов, да, нам нужно было что-то придумать вместо монограммы для продуктов, для суббрендов. И для этого мы задумались, как вообще они должны выглядеть. Потому что вообще говоря, можно нарисовать просто разные иконки всем продуктам и связать продукты чисто айдентикой. Так тоже можно решить задачу, но конкретно у нас ситуация была такая, что люди вообще не знали, что нам принадлежит так много продуктов, и поэтому нам нужно было связать их максимально близко друг с другом. И разрабатывая иконки, мы хотели, чтобы они к тому же были похожи на монограмму. Да? Для этого нам 100% нужно было сохранить наш синий цвет, потому что это наша самая сильная визуальная константа. И как-то работать с формой так, чтобы она вязалась с монограммой. И для этого мы разработали систему иконок, где появляется дополнительный цвет, который уникальный для каждого конкретного продукта. Но в нем присутствуют белые формы, да, штрихи, которые перекликаются с самой монограммой. Таким образом, у нас получаются иконки разные, то есть у каждой из них своя метафора, у каждой из них свой цвет, но при этом они связаны с основной. У них есть синяя подложка, они заключены в такую же форму, и у них есть белые штрихи. Вот, и это все нам нужно было также превратить в систему логотипов, потому что помимо иконок сами логотипы продуктов нужно было продумать. И для этого мы использовали наш фирменный шрифт VK Sans, который присутствует и в социальной сети, и в материнском бренде компании. И дополнив иконку текстовой частью, да, то есть она стандартизированная, во всех логотипах она одинаковая, по одинаковому принципу строится, мы получили систему логотипов. Таким образом, мы закрыли первую вот эту визуальную составляющую, которая у нас была в схеме, и теперь у нас остался графический прием. Напомню, что от материнского бренда у нас был такой подход, что у нас есть монограмма, и она декомпозируется на части, из нее собираются паттерны, она может использоваться крупно, плотным штрихом или тонким, может использоваться ее контрформа. И нам нужно было понять, что с этим делать. То есть как модифицировать этот прием так, чтобы он по-прежнему считывался, но при этом он дал достаточную свободу, чтобы продукты не выглядели одинаково. И для этого мы решили уже на примере конкретных продуктов думать о метафорах этих продуктов. И здесь метафора для продукта VK Почта. Мы подумали о том, что почта — это сервис, который связывает людей. Да? И визуально эту метафору можно проиллюстрировать такими тонкими линиями, которые связывают части между собой воедино. И перекладывая эту мысль, да, эту графическую метафору на исходные паттерны, мы получаем модификацию. То есть мы модифицируем графический прием материнского бренда, и он за счет этого видоизменяется и приобретает другой характер и другую визуальную реализацию. То есть здесь внизу это исходный паттерн и работа с монограммой, а сверху это уже модификация за счет наложения метафоры этих тонких линий на исходные материалы. Вот, чтобы было лучше понятно, я покажу еще пример на одном продукте. Это, например, ВК-знакомство. ВК-знакомство — это дейтинговый миняп внутри соцсети. И когда люди знакомятся, кто-то из них смущается, у кого-то румянец, смущение. Да? И графически эту метафору, эту мысль можно продемонстрировать таким градиентом. Да? Здесь у нас использован розовый. Мы наложили градиент и наложив его, опять же, на исходный материал, на паттерны, то есть мы получаем другую же реализацию. Здесь уже другой характер, не такой, как в почте, и другая визуальная реализация.
Вот. И дальше я хочу показать уже просто красивых картинок, потому что у Мити их было много, а у меня не очень, я больше говорю. Вот. Здесь сравнительно уже несколько сервисов, да, сверху это ВК-работа, у них метафора — это карьерный путь, то есть мы использовали другую форму, такие блоки, которые строят лестницу, карьерный путь. И в целом получается, что у нас и паттерны, и вот этот графический прием, он сохраняется, да, сохраняется принцип его построения, но он видоизменяется под каждый продукт за счет конкретной метафоры и конкретной формы графического приема вот этого, который мы выбрали. Где-то это градиент, где-то это строк, где-то это другая форма. Здесь три продукта приведены в пример, но на самом деле мы разработали уже сильно больше, и везде получается достаточно свободы, чтобы придумать что-то новое, чтобы это выглядело по-другому. Вот. И дальше давайте уже посмотрим общий look and feel продуктов, который получился после того, как мы разработали уже конкретные графические материалы. А здесь перед нами ВК-почта. Видите, мы здесь подобрали такие фотографии, не знаю, мне кажется, классные, засвеченная вспышка, это достаточно модно сейчас. И получается, что где-то, вот посмотрите, по центральной картинке или, например, правее, уже ферстиль начинает жить своей жизнью. То есть это не паттерны вот эти в лоб, которые были у материнского бренда, а развитие графического приема тонких линий. И где-то, где нужно, мы только по логотипу поймем, что вообще это часть единого целого. Но там, где нам нужно показать это в лоб, мы добавляем и синий цвет, и те самые паттерны, прям как у материнского бренда, но видоизмененные. И поэтому это смотрится уникально, но единообразно с материнским брендом. А дальше здесь уже тоже немного другое по настроению, получается, другая картина — это ВК-знакомство, про которое я говорила раньше. Опять же, здесь посмотрите, как развивается графический прием. То есть слева сверху, опять же, мы уже не видим паттернов, это развитие этого самого градиента, который мы выбрали для этого продукта. И вот внизу, например, там, где девушка с розовыми тенями, мэтч, да, видите, это прием накладывается и на типографику в том числе. И опять же получается, что где нужно, мы можем явно дать понять, что это общее целое с ВК и с другими суббрендами, а где-то можем чуть-чуть отойти, поиграться, и продукт выглядит вообще иначе, то есть совсем другое настроение. И здесь у нас ВК-работа. Опять же, я уже рассказывала, что здесь выбрана метафора блоков построения карьерного пути, потому что ВК-работа — это сервис по поиску работы. Тоже здесь более строгие фотографии, более взрослые. И в целом тоже видите, что прием может жить самостоятельно, не обязательно в паттернах, как в материнском бренде. Вот, здесь у нас еще наш последний продукт, который мы презентовали, который скоро заребрендится, то есть это уже разработанный ферстиль, но он в продукте еще не применен, это будет в ближайшее время состоится. Здесь мы использовали прием такой глич, который накладывается и на фотографии, и на сам паттерн, и в том числе на типографику, и тоже получается за счет синего цвета в палитре, за счет единого подхода по иконкам и к паттернам этот продукт связан с общим брендом, но при этом тоже выглядит вообще по-другому. Вот здесь у меня overview в целом, да, того, как используются разные приемы и накладываются на общий графический прием всех продуктов. И опять же мы видим, что здесь единая типографика, здесь единая система логотипов, которая связывает эти продукты, но у них остается достаточно свободы. А это то, чего мы и очень, за что мы очень переживали и чего добивались при разработке ферстиля. И возвращаясь к вот этой схемке, которую мы обсуждали в начале, получается, что в каких-то местах, а именно в логотипах, в системе логотипов и в графическом приеме у нас появляются системы, которые сами по себе являются константами. То есть у нас единая система логотипов для всех продуктов и единый подход к графическому приему во всех продуктах. Но внутри каждой из этих систем содержит переменную,
которая как раз-таки проявляется за счет модификации обоих этих систем. Поэтому получается так, что у нас айдентика состоит из сильных констант, которые вообще не изменяются, и что нас максимально связывает с нашим материнским брендом. Дополнительно у нас есть системы, которые являются константами для суббрендов, но содержат внутри переменные, которые дают нам свободу. И есть переменные в виде иллюстраций и фотографий, которые мы вообще можем использовать любые, и тоже для этого у нас есть зазор на свободу всех продуктов. Собственно, вот так мы решали эту задачу. Спасибо большое, что послушали. Надеюсь, хоть что-то полезное в этом было. Виолет, спасибо. Спасибо огромное. Кажется, мы чуть-чуть не успеваем. Ребят, скажите пальцами, у нас сколько времени? Три минуты. Резюмируя, важный момент. Есть айдентика у любого цифрового продукта, есть айдентика. Когда у компании продуктов несколько, то параметры этой айдентики, такие как шрифты, иллюстрации, цвета и прочее, они могут подстраиваться. И, например, попадая в сервисы, между собой вы их узнаете как раз по этой преемственности. И в онлайн-сервисах, в отличие от офлайн-сервисов, у нас нет не так много мест применения. Допустим, заходя в кафе какое-нибудь, да, прям кофейню, условный там, что там, Starbucks, кофехаус, шоколадница, да, вы можете зайти издалека почувствовать особенность вкус кофе, который вам там распыляют. У вас есть вывеска, прям вот вы видите, она акцентная. Вы заходите, там есть человек, определенным настроением вас встречает. У него есть там фартучек, который в определенном цвете бренда там сделан. То есть у вас больше мест применения тех самых переменных айдентики. В цифре их меньше, и они все находятся в онлайне с вами. Ну, максимум вы можете билборд, да, или рекламу на ТВ увидеть. И с такими задачами, проблемами, с такими вызовами сталкивается любая компания в интернете, в Рунете, у которой больше, чем один сервис. Да даже если один сервис, есть все равно задача по созданию айдентики, которая будет узнаваема в тех точках контакта, где вы можете это увидеть. Возьмем одно приложение. Вы увидели где-то рекламу, допустим, или вам сказали название. Вы пошли в стор, ввели название, видите иконку, это уже точка контакта, видите скрины вот эти, по которым вы понимаете, что есть внутри, это уже точка контакта. Вы устанавливаете. У вас есть опять иконка, служащая входом, есть продукт, внутри которого есть иллюстрации, различный цвет, свой собственный кастомный шрифт. И вот любой продукт, так или иначе, он создан не просто потому, что давайте из обычных элементов, стандартных шрифтов там все напихаем, и будет как, если сервису нужно свое лицо, нужна своя дифференциация на рынке, да, допустим, почт, их несколько, как вы одну отличите от другой? По бренду, по айдентике, по тому, что в ней заложено. Это обязательное условие для цифровых сервисов, которыми вы пользуетесь. Попробуйте ради интереса просто открыть себе в телефоне домашний экран и посмотреть, чем отличаются между собой схожие продукты, там 5 мессенджеров, в чем заключается их айдентика, как она отличается. И вы точно начнете примечать вот эти интересные дизайнерские детали, я, по крайней мере, надеюсь. Потому что сегодня мы с вами целый час говорили по-дизайнерски, про айдентику, про бренд и то, и про то, как у нас это получилось в своей компании. Ребята? Спасибо вам большое, была действительно очень интересная лекция. Но я хочу напомнить, что в начале нашего эфира мы задавали зрителям вопрос. Вы часто обращаете внимание на бренд при покупке товара? И вот давайте посмотрим результаты. Обращают внимание 53%, не обращают 20% и иногда смотрят почти 27%. Ну, вот я надеюсь, что после этого часа среди этого распределения те, кто обращает внимание, станет больше. Мы тоже еще в этом больше уверены. Мы, потому что мы чуточку дизайнерскую завесу такую, оп, смотрите, слушайте, там сколько всего. Потрясающая лекция о бренд-айдентике. Спасибо вам огромное за нее. Давайте я еще раз напомню, кто у нас был в гостях. А в гостях у нас были креативный директор ВК Митя Осадчук и бренд-директор ВК Виолетта Селенина. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ребят, отличного дня. Пока. Ну а уже буквально через несколько минут мы снова встретимся в эфире и объясним простым языком, что же такое сложные технологии и как они влияют на бизнес. Оставайтесь с нами!